Зелье человека, паука. Дима, там пауки, я не знаю, живые они или нет. Что это может быть? Это зелье перестает действовать. Всем привет, ребята, с вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, здесь у меня $2000. Я обожаю деньги, у меня их очень-очень много. Друзья, я, конечно, не хвастаюсь, но мне хватает этих денег для того, чтобы заказывать самые жуткие вещи на сайте Darknet и открывать их в 3 часа ночи. Ребята, это действительно страшно и жутко интересно. Действительно ли работает этот челлендж 3 часа ночи, который создали люди на сайте Darknet? И сегодня я скажу новую партию Макдональдс Хэппи Милов, друзья. И один из них сегодня будет Человек-паук Экзи, друзья. А перед началом 3 самых ваших топовых комментария. 1, 2 и 3. Пау, друзья. Вы знаете, Человек-паук Экзи — это не совсем то, что вы подумали. Это не черный паук, который злой, и не тот красно-синий паук. Это что-то другое. Это Человек-паук из запретной серии про этого паука. Я не знаю, что положат в этот Happy Meal создатели этого сайта Darknet. Что там будет, мы узнаем совсем скоро, как только я передам эту пачечку денег курьеру сайта Darknet ровно в 3 часа ночи. Погнали! Так, друзья, он уже пришел. И я готова взять заказ. О-хо-хо-хо, это Happy Meal Человек-паук, он просит денег, держи. Менеджер сайта Darknet никогда не показывает своего лица. Мне просто кажется, что они скрываются от полиции. Возможно, они делают что-то запретное, хотя не совсем понятно, как это можно сделать в рамках закона. Ведь ничего практически запрещенного они сюда не кладут. Хотя иногда, возможно, могут попадаться какие-то запретные вещи. Но мне, по крайней мере, никогда еще ничего такого не попадалось. Друзья, это Happy Meal Человек-паук Экзи. Посмотрите, здесь так и написано. Человек-паук Экзи, реально, он страшный, он висит на паутине. Его глаза какие-то желтые, и у него, посмотрите, гигантские зубы и какие-то непонятные, острые новые штуки на его костюме, ребята. Давайте же прямо сейчас не будем откладывать и посмотрим, что внутри этого Happy Meal Человек-паук Экзи. Реально, друзья. И, кстати говоря, я никогда не пробовала вызывать Человека-паука Экзи и никогда не смотрела запретную серию, но когда я наткнулась на сайте Darknet на этот Happy Meal, мне сразу же стало интересно, и думаю, вам тоже. Так что, если вы со мной согласны, давайте прямо сейчас соберем на этом видео 10 тысяч лайков. А если вы хотите посмотреть еще видео, как я раскрываю Happy Meal Экзи с разными мистическими страшными персонажами, то ссылку я оставлю прямо здесь, вот сейчас кликай, и ты можешь посмотреть все эти видосики, ребят. Я жутко волнуюсь. И так как в предыдущем Happy Meal я нашла вот такое панно, полотно, я не знаю, называть его как хотите, он напомнил мне доску для вызова духов. Здесь есть no, yes, и можно разговаривать с духом при помощи вот такой простой металлической иглы, которая заряжена энергией, и она ставится в центр и призывается. Я попробую сегодня, после того, как открою этот Happy Meal, призвать Человека-паука Экзи в свой дом. Думаю, это будет интересно и достаточно страшно. А сейчас мы будем открывать этот Happy Meal. Так, что же тут интересненького? Как думаете, что там может быть? Кстати говоря, Дим, как ты думаешь, что могут положить в Happy Meal создатели сайта Darknet и создатели этого Happy Meal Экзи Человек-паук? Я думаю, Человек-паук. Ну, а я думаю, что, скорее всего, там пауки. Кстати говоря, до меня только что дошло, ребята. Пауки, лучше это закрыть. О, мне кажется, там кто-то шевелится. Дим, я, блин, сейчас сказала, и до меня, ребята, сейчас реально дошло, что, возможно, они могли положить туда настоящего паука. Ведь при транспортировке, в принципе, с пауком ничего не может случиться. И мне кажется, я слышу, что там кто-то... Блин, подожди, а Человек-паук, он же превратился в Человека-паука, его же паук укусит. Слушай, не дай бог, там живой паук. Я надеюсь, что там не живой паук, ребята, ладно. Господи, уберите от меня это подальше, пожалуйста. Ладно. 1, 2, 3. Так. Что здесь? Паука нет? Паука здесь нет, но, по крайней мере, пока я не вижу никакого паука. Но я вижу здесь какую-то игрушку. Ребята, это реально игрушка. Это Человек-паук, но почему-то он без головы, ребята. Офигеть. Просто какой-то безголовый
Человек-паук. Нормально. Это игрушка, и у нее двигаются руки. Просто обычная игрушка. Как обычно, кладут ее в Макдональдс. Ты видел? Черт, внутри... У нее внутри что-то горит. Ты видел это? Похоже на сердце или что это? Дим? Он нас слышит. Это ночная скрытая камера. Это скрытая камера в игрушке. Обалдеть, я не знаю, возможно, она где-то там. Ребята, мне кажется, что в этой игрушке находится скрытая камера ночного видения, потому что такой красный огонечек обычно находится на скрытых камерах. Ладно, посмотрим, что тут дальше. Ну, ничего особенного, влажные салфетки. Так, картошка фри, но почему-то она полупуста. Мама! Дим! Дима, там пауки, я не знаю, живые они или нет. Дим, я не знаю, пауки живые или нет. Не открывай, оставь. Блин, ребят, я не знаю, живые тут пауки или нет, но мне придется высыпать. Мама. Мама. Смотри, они кровавые. Слушай, да, они как будто испачканы какой-то жидкостью, но они, слава богу, они не живые. Ребята, они раньше были живыми. Это сухие паучки. Это засушенные. Вы знаете, вот никогда не сушили, когда срываешь цветочек, листочек, и так в книжку захлопываешь, и там они... сохнут. Мне кажется, то же самое сделали с этими пауками. Просто наложили мне сушеных пауков в картошку фри. Ребята, вы когда-нибудь пробовали сушеных пауков? Есть вариант прямо сейчас попробовать. Вы готовы увидеть, как я пробую сухих пауков? Ладно, это отвратительно, но я попробую. Я пошутила. Это не сушеные пауки. Это пластик. Точнее, я перепутала. Это обычные пластиковые паучки. Ладно, посмотрим, что там еще есть. Это похоже на наггетсы. Но посмотрите, что там внутри, ребята. Это полная жесть. Это какой-то крэзи кошмар. Нереально, похоже, мы нашли голову от паука Экзи, от этой игрушки. Смотрите, или она при транспортировке сломалась, или ее специально сняли с его тела. Так, а мы, наверное, не сможем ее уже поставить на место. Черт! Ну, хотя бы так. О, нет, его голова все равно отваливается, и это... жутко, ребята. Я надеюсь, что настоящий Человек-паук Экзи... Ты слышал? Блин, ребята, я что-то услышала. Кто здесь? Блин, а вдруг это Человек-паук Экзи настоящий здесь? Ну, я не знаю, может быть, кто-то... мог пройти с сайта Darknet в каком-то костюме или что-то, или робот. Я не знаю, они могли придумать за эти деньги все что угодно. Ты дверь закрывал? Да. Дим? Я дверь? Блин. Дверь я не закрыла дверь, когда заплатила менеджеру. Через нее мог кто-то зайти. Я слышала, что кто-то зашел. Ты не закрыла. Я забыла, блин. Че теперь будет? В доме кто-то есть. Дима. Блин, ребят, мне кажется, что дома кто-то есть. Ты слышал? Ты тоже слышал? Это как будто бы шаги. Они были настолько тихие, что казалось бы, будто... Закрой хотя бы эту дверь, Дим. Закрой ее на замок. Черт, закрой. Ладно, ребята, давайте дальше откроем. Возможно, нам все это показалось. Мы будем на это надеяться. Ребята, здесь не только обычные наггетсы, но... это... это человеческий палец. Погоди. Слава богу, он не настоящий, но посмотри. Он выглядит реально как настоящий человеческий палец. Посмотри, выдратый. С кровью. Даже маникюр лучше, чем у меня, посмотри. Но у меня никогда нет никакого маникюра. А это прям реальный ноготочек. Палец, очуметь, похож на настоящий. Ребята. Я уже сразу вижу, что эти не настоящие. Но я рассчитывала на то, что будет много пауков в Happy Meal.
Но, ребята, здесь есть кое-что еще. И то, что там находится, это удивительно просто. Смотрите, ребята. Посмотрите. Это то самое, то, что вы подумали. Дим, ты догадался, что это? Нет, это что, эликсир? Это зелье человека, паука. И мы можем, скорее всего, выпив его, превратиться в человека-паука. И прямо сейчас мы это и сделаем. Обычно мы пробуем что-то из Макдональдса, но сегодня нам положили настоящее зелье человека-паука, ребята. Давайте откроем его. Посмотрите, он настоен на настоящем пауке. Это настойка. Давайте, ребята, сегодня Диме дадим попробовать зелье человека-паука и узнаем, что с ним произойдет. Я надеюсь, что оно рабочее. Если это так, то после того, как Дима выпьет это зелье, он превратится в человека-паука Экзи. Дима, осторожно. Дай сюда. Ты все выпил? Обычное зелье. В смысле? Ну что, никакого вкуса нет, ребят? Он все выпил. Кислое. Капелька осталась, и паук внутри остался. Дим. Ребята, погоди, ну сейчас я тебя открою. Ну, невероятно, ребята, Диме стало плохо, жесть. Дим, его тошнит. Ребята, Дима тошнит, понятно. Тихо. Дим, что происходит? Скажи, какие ощущения? Ребята, его просто бьет, как будто бы, я не знаю, он отвалил. В смысле? Ну, открой, почему ты закрылся? Я не могу открыть. Дим? Дима, что там у тебя происходит? Что происходит, ребята? Что происходит с Димой? Слушайте, неужели он превращается в человека-паука? Этого просто не может быть. Дим, открой. Что там происходит? Я не знаю, ребят, мне страшно. Димочка, открой, пожалуйста, миленький Димочка. Дима, открой, пожалуйста. Дим? Ребят, Дима замолчал. Ребята, замок открылся. О, Господи, Димочка бедный. Он реально превратился в паука, ребята. Посмотрите, Дима реально человек-паук. Я надеюсь, что он добрый. Так, ребята, слушайте. Я ничего не понимаю. Он Экзи или обычный человек-паук? Сейчас, у меня возникла одна идея. Возможно, при помощи этой игрушки можно управлять этим человеком-пауком. Так. Смотрите, человек-паук стоит прямо в моем коридоре. Ладно, давайте попробуем поднять ему вот эту руку. Смотрите, работает. Паук поднимает руку вместе с вуду-игрушкой. Так, отлично. Теперь вторую руку. Черт, до конца. Смотрите. Реально. А если я его брошу? Черт, он реально упал. Он упал так же, как и упала вуду-игрушку Человека-паука. Вот это да. Может быть, ребята, оставим Диму навсегда в образе Человека-паука. По-моему, ему идет. Ладно, поднимаю. Поднимайся. А реально я могу управлять настоящим Человеком-пауком Экзи. Ребята, вы не поверите. Просто он у меня дома, и я хочу до него дотронуться. Стой на месте! Ребята, я прямо сейчас трогаю настоящего Человека-паука. О нет, что это происходит? Что это за шум? Что это происходит с Человеком-пауком? Что это? Он превращается в кого-то! Черт! Что это? Может быть, это зелье перестает действовать? Господи! Черт, надо затолкать его обратно в туалет. Мало ли, что с ним произойдет. Черт! Так. Дим? Ребята, походу, это зелье очень маленького срока действия. Мне кажется, что Человек-паук уже превращается обратно в Диму. Ребята, это была просто жесть. Самый криптовый хэппи-мин Человека-паука в реальной жизни только на моем канале. Всем пока!